Наладить общение между жителями, управляющей компанией и застройщиком – одна из главных задач администрации на встречах с обитателями новых микрорайонов. ЖК «Римский квартал» в Развилке появился не так давно, но у первых его жителей уже накопились вопросы по содержанию территории и ее благоустройству. Уже 2,5 года мы эти проблемы озвучиваем. Вот. Честно скажу, наверное, 40% устранили, вот, а остальные 60 острые, да, ждем. Проблемы, озвученные местными жителями, берутся в работу. Устранить повреждения плитки, восстановить освещение или предоставить проект спуска к остановке. Для решения многих вопросов были установлены определенные сроки. Мы на август запланируем встречу. Ну, там ближе к дате также определимся в таком же формате. И прям пройдем по списку то, что обещал застройщик. Сделано не то, что обещал управляющая компания. Сделано, не сделано. Существующие вопросы жители нередко озвучивают в соцсетях. Поэтому встреча администрации округа с обитателями нового комплекса проводится регулярно. Ведь живое общение – лучшая обратная связь. Мы не отказываемся. Всегда жители пишут нам. Мы постоянно на связи и с застройщиком, и с управляющей компанией. Поэтому все вопросы будут решены. Во время встречи обсудили и темы благоустройства юго-восточного лесопарка, установку площадки для выгула собак и проектирование школы. На все вопросы жителям ответили курирующие службы. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.